Мы сидим, ждем. Машина моется. Муж моет машину. Грязная. Там почище. Ромочка сидит, ждет. Сегодня опять выбрались до фикс прайса. Фикс прайс раздает по 50 баллов каждый день. Ну, вчера, но они в 0 часов выгорают. Короче, вчера что они там сходили купить. Но вчера не сходили, сходили только сегодня. Еще пока ТРЦ работает, Рио у нас. Я на мастер нет фикс прайс, надо только в Рио идти. Вот мы поехали. Надо как раз было в гараже кое-что забрать. Вот это. Я купила, в общем, 3 упаковки. Хороших две пасты и вот такой вот роллтон. И все это вышло на 50 рублей. Паста получается зеленая, 12,50, правда, вот. Перья там еще есть, а улитки я взяла последние. А лапша яичная, она стоит 55 вроде рублей, 27,50 получилось. А, получается, что у меня 50% скидка, так как бонусами и фикс прайс баллами можно 50% оплатить. Вот, у меня 6,45, баланс остался. Может, завтра еще дадут, еще раз сходим. Хотя не знаю, что-то там, где-то я слышала, что ТРЦ всякие будут закрывать, наверное, на карантин или на что там еще. У меня не дышит нос вообще. Вчера легла Рому укладывать, и вообще не могу носом дышать. Его укладывала, наверное, час, и весь этот час я дышала ртом, это просто ужасно. Потом встала, как только встала, я сразу же одна ноздря задышала. Что такое, да? Что такое тут делается, да? Ну вот, окно стало почище. Вот. Рома на удивление хорошо сидит. Ну, мы недолго, тут всего еще пока 3 минутки. Сейчас еще там 2 минутки и поедем домой. Кстати, у меня тут... Опять окно. Только что проверяла, что было закрыто. Вот, открывается, открывается. Вот, все открылось уже, натекло сюда. Так. Ну, здорово. Моет тут меня. Окно закрыто. Теперь уже откуда-то отсюда попадает вода. Ладно, не важно. Что хотела сказать? А, хотела дома еще пошить тканевые масочки. Надо заехать купить резиночки. Знаете, такие шляпные. У меня есть какая-то черная шляпная резинка, но она очень толстая. Вот. У Ромы температуры больше нету. Все хорошо. Не знаю, что такое было. Наверное, зубы предполагают, что... Вот. Хотела купить еще перчаток одноразовых. На всякий случай. Вдруг только в перчатках разрешат выходить из дома. Масок-то не купить, но я могу их шить. А, но перчаток в фикс-прессе какие-то только такие, непонятные какие-то для домашних работ. Типа, надо в аптеку бы зайти или посмотреть, может быть, на сайте аптека.ру привезу. Потому что аптеки-то по-любому будут работать. Вот, такие вот дела. Вчера ходили ненадолго погулять, потом еще там насмотрелись, начитались всего, решили, что типа никуда выходить теперь с детьми. Старшие дома сидят, а мы только... по таким делам будем ездить. Ну, продукты все равно надо будет покупать. Пока вроде бы все есть, но таких запасов грандиозных мы, конечно, никаких не делали. Так печально вообще все это. На улице весна, а гулять, считайте, нельзя, да. Лучше бы дети ходили в школу, они уже и сами вроде такие, уже у них и голова болит, и тоже и насморк, и все такое, лучше бы в школу ходили, на брейк-данс ходили бы, гулять бы, бегали. Рома, ты принесешь сапоги свои, грязь сапога берет и просто пихает. Рома! Да нельзя так делать, у нас сапожки грязные просто оказались после вчерашней прогулки, мы их не успели помыть. Нельзя, Рома, хоть за руки тебя держи. Вот, так что день сурка какой-то такой. Они уже не знают, чем именно заняться, только играют в танки с утра, встают. Я не знаю, во сколько они встают, только они в 6 встают и до 9 в танки играют. Ну, думаю, что вряд ли, наверное, 8 встают, играют, потом Тёма там что-то порешает немножко, не знаю, правильно или нет, я что-то не успеваю проверять каждый день. И вот дома все сидим, как-то так не очень. Но завтра я была записана... А на сегодня я была записана с Ромой неврологу, кажется, или Лору.
Ну, во-первых, я не хочу никуда идти, мне даже напоминание не пришло на электронную почту, должно было прийти, а может, на ту почту, ладно. Ну, я придумала идти по причине карантина, во-первых, а во-вторых, по причине того, что, кажется, в садик-то мы все равно не попадаем. Если чудо произойдет, то потом как-нибудь уж саккумулируемся и пройдем за месяц всех врачей, тем более там всего получится 4 врача. А если не попадем, то зачем нам проходить, пока можно не торопиться. Осенью, может, пройдем, или когда там, или зимой, когда там будет холодно, все, весь вирус вымерзнет, надеюсь. И тогда пройдем. А пока так будем. Мы лучше посидим, чем в поликлинику таскаться. Вот. Так все. Интересно. К стоматологу бы надо Александра сводить, но вообще там очередь, где я стою в очередь, там к врачам теперь очередь особо не продвигается. Знаю, что делать. Может, надо позвонить, наверное, в детскую стоматологию, и там у них узнать. Или сейчас вообще можно даже не лечит. Всем привет! Сегодня у нас уже 1 апреля. Хотела всех с чем-нибудь обмануть, но что-то ничего никого не обмануло. Мы сидим дома. Я хожу только до молочной кухни во вторник в пятницу. И магазин. Муж ходит или я хожу. Кто-нибудь. Но приходится все равно за хлебом ходить и молоком почти каждый день в магазин. Но иногда бывает, что и целый день вообще никуда не выходим. И на улице у нас народу, в принципе, немного. Мальчик тут прошел какой-то только. А вон там с собакой кто-то идет. Вот. Так что люди соблюдают карантин, сидят дома. Вот, сидим, сидим. Надеюсь, что это продлится не очень долго. Ну, хотя бы месяц. Да, Кузенька? Кузя хороший мальчик, тут ему травка, тут у нас лук растет. Смотрите, какие клевые фиалки. Есть вот такая светленькая, светло-сиреневая, темно-сиреневая и розовенькая. Расцветали здесь, это надо, конечно, убрать. Тут уже ничего не будет. Вот это, кажется, еще белая, она не цветет. У меня были посажены какие-то белые, какие-то сиреневые. Вот это, наверное, белое, и вот это белое. Это потемнее листики сиреневые, надеюсь, так. Жду, когда белое еще расцветет, и будет вообще красивый. Тут у меня набор. Ой, какой сидит. Ой, какой красивый тут у меня сидит. Думает, что он тут главный. Котик наш. А мы тут все ходим, ему только мешаем. Да, Кузя? Ой, ты хороший мальчик. Какой хороший. Всем привет снова. За окном уже 2 апреля. На улице почти никого нет. Но дяденька сидит там на остановке. Кто-то стоит. Вот. У нас тут бардак на кухне. Вчера пироги пекли. От пирогов уже ничего не осталось. Но бардак на кухне остался. Противни все не мытые. Плита не мытая. Жарим сегодня котлетки. Запас еды еще не закончились. Котлетки сейчас будем делать с картошкой и салатик с капусты. Разбираю посудомойку. Сейчас поставим новые. Вот это вчера от пирогов, от вчерашних. Мы так упорно вчера пекли пироги вечером. А перед этим как раз я ставила посудомойку, она мыла посуду. И после пирогов уже посуду я не мыла. Ну, так как ее, в принципе, не очень много. Хотя, если помыть, думаю, я не помыть ли мне противни в посудомойке. Если с противнями, то тогда много получается. Через 2 дня у старшего день рождения, 11 лет. Подарков никаких нет. В игре в танках муж купил только ему какой-то танк, ему там очень хотелось, какой-то за 2000 рублей, что-то такое сказал. В принципе, я бы не купила, конечно, но ладно, тем более сидим в карантине, и хоть какой-то ему подарок. Я хотела приобрести самокат и старшему, и младшему, но надо было бы тогда и среднему, понятно, тоже. У них нет самокатов нормальных, и они бы катались, я думаю, потом когда-нибудь. Но муж что-то у меня против, говорит, что он не слышал, чтобы они хоть раз спросили, что хотят самокат. Маленькому-то по-любому я куплю, конечно, самокат, а старшему. Думаем, короче, нужен ли им самокат. Хотя они у меня вроде бы с удовольствием покатались на самокатах, когда идут гулять. Очень страшно шуршит маской. Пугай, давай пугай. Я боюсь. Надевай давай. Ну, какое страшное синее лицо. Вот такой маски надо на улице выходить.
Не получилось испугать, да? Пап. Мама боится, боится. Сильно. Сейчас. Да, все измяли уже, видишь? Что? Новый год не заканчивается, все измяли. Ой, какой паучок синенький. Ой, убежал.